Такой шустрик. Что ты там нашла? Гриб, наверное. Не дали мы ей спокойно поесть. Привет, Улечка. Сегодня вторник, и нам обещают жуткую жару. Прям даже официально 40 градусов, так что не знаю, сколько на градуснике будет. Поэтому стараюсь сейчас быстрее сходить с Филюшиком. Уже печет, между прочим, если на солнышке нахожусь, а время половина девятого еще только. Вот, и буду делать дела дома. Слава богу, сегодня мне ни с кем никуда идти не надо, потому что вчера, например, у нас было 36 градусов. И у меня машина так нагрелась, была на парковке. Она мне нагрелась, просто дотрагиваться ни до чего. Вот, невозможно было. Вот, поэтому сегодня постараюсь какие-то домашние дела сделать, потому что ничего не успеваю. А мы были в воскресенье на море. Долго так с мужем обсуждали это, потому что я себя плохо чувствовала. Он говорит, как ты выдержишь? Я говорю, мне все равно, говорю, я там полежу, и меня обратно привезете. Вот, в общем, немножко мы так обгорели. Нам вчера вот девочка, с которой мы ездили, она потом сказала, какой там нужно вот спрей специальный. Ну, это лекарство. Не могу сейчас назвать название, я вот напишу его здесь потом. Вот, и это у мужа прям сильно он зажарился. Я не знаю, почему он так сильно, даже вроде они тоже светлокожие такие, у них не так сильно, а у него прям он уж ой, очень сильно. И у меня тоже плечи загорели, теперь болят. Кожа болит, короче, на загар, на любой, на малейший, кожа реагирует очень сильно. Вот, такие вот новости. Фотографии я поставила в Телеграм и в Инстаграм. Вот, в Телеграм все, ну, какие были, все поставила в Телеграм. Нет, в Инстаграм немножко, по-моему, 10 штук, выбрала просто несколько. Но съездили очень хорошо, такое хорошее впечатление осталось теперь надолго. Еще забыла рассказать, сегодня с утра, причем муж напомнил, он говорит, кто тебе звонил с утра? Ты вроде, говорит, по-немецки там разговаривала, а я даже забыла. Короче, у меня завтра на МРТ нужно идти, вот немножко это так волнительно. Не знаю, переживаю. И это я почему-то вчера прям подумала об этом. Думаю, интересно, они вот звонят, напоминают про то, что вот там на записи, да? А потом думаю, ну это же человеку нужно сколько времени, чтобы так каждого обзванивать. В результате сегодня с утра звонит девушка и говорит, я, говорит, звоню напомнить, что вы завтра к нам записаны, там такое-то время, и все такое. Я говорю, да, я приду, я помню, хорошо, спасибо большое. Представляете, так приятно, что позвонили и напомнили, потому что я еще сомневалась, мне же тогда давали запись на август, а потом она говорит, подождите, говорит, у меня еще в июле есть. И вот так вот сместилось, и я потом почему-то решила, что это я перепутала и неправильно записала дату. А оказывается, в общем, все правильно, завтра пойду, но переживаю. Хочу сделать салат из тунца с пекинской капустой. Я не знаю, как она называется. Она, в принципе, вот такая вот, видите, вот маленький вот, ну, мою вот кисть, да? Вот. Хочу сделать салат, не могу найти. Я его делала и не могу вспомнить рецепт, так что буду делать, как вот, как мне кажется. В общем, наверное, две банки тунца. У меня одна банка в масле, а другая в собственном соку. В общем, попробую. Горошек. У меня вот большая банка. Не могу найти рецепт. Мне кажется, я все это уже говорила. В общем, вот такой вот вес. 280 грамм, да, то есть большая. Поэтому я сделаю, наверное, тунца две. Эти две, она прям классно потом это сжимается и получается не так много, да. И вот варю яйца, но я возьму только 4 яйца. Заправить хочу попробовать. Я уже несколько раз видела, делают майонез и туда добавляют горчицу. Хочу попробовать смешать. Интересно, какой получится соус. Ну вот, тунца я вот так раскрошила немножко вилкой, просто помяла. И я, знаете, я вспомнила, что я делала этот салат не с горошком еще раз. Ну, как-то один раз я делала с горошком, а другой раз делала с кукурузой. Так вот, хочу сказать, что с горошком мне понравилось вкуснее. Ну, конечно, если вы не любите горошек, то можно заменить его кукурузой. Я прям вот так выдавила майонез. И на него пол чайной ложки, ну, с горочкой. Ну, наверное, чайная ложка горчицы, да? Я прям хочу вот здесь вот так перемешать. И все, и перемешаю салат. Сверху у меня вот капуста, да? А снизу рыбка, горошек и яйца. Горчица практически не чувствуется. То есть я ее вообще не чувствую. Получился вот такой салат на жару, самое то. Вот если вам нравятся эти продукты, смело делайте. Очень вкусно. И все-таки с горошком лучше, чем с кукурузой. Но это, конечно, дело вкуса. Что-то я дома такая румяная. Прям. Ой, в общем, что? Я не записывала потом. Ну, вчера видео записала немножко, а потом не стала, потому что дурацкое состояние. Я
ждала то, что вот сегодня я ходила на МРТ. Вот. В общем, зря волновалась. Там просто сделали, засунули мне в эту трубу со всякими звуками. Кстати, когда мне там все это делали, у меня было прям вот здесь, вот в этом месте, вот такое покалывание, как иголками кололо. Я не знаю, может, кому делали МРТ, тоже такое было. В общем, вот такое вот ощущение. В общем, сделали, диск дали. И все. Вот такой вот сегодня у меня вредный обед. Это все сделано из картошки пюре. Вот такие вот штучки симпатичные. И вот такие вот треугольнички. Они вот треугольнички, кстати, они похожи немножко как на драники. Вот. И купила вот такие рыбные палочки. Ой, с мужем половину уже съели. Очень вкусно, но вредно, наверное. И вот с этой всей вредностью вкуснятины сочетается вот этот вот еще один вредный вкусный соус. Очень вкусный. Я не знаю, может быть, у него еще другие названия есть. Он как бы луковый. Но с картошкой это самое. То он сладко. Даже не знаю, как его объяснить. Но он реально очень вкусно сочетается с картошкой. Нам обещали грозу, но она, видимо, мимо куда-то прошла, потому что облачка гуляют, а жарко. У нас 35 градусов, даже чуть больше, там почти 36. Вот, вот такой вот день. Я, короче, переволновалась, и меня, как обычно, накрывает. Мне нужно отдохнуть, немножко расслабиться. Вот. В общем, я, наверное, что-то большего ожидала. Я просто не знала, как эта процедура выглядит. Я думала, мне какие-то результаты скажут, да, после МРТ, а там ничего не сказали. Но очень интересно сделаны снимки, то есть там как прям проекция, как в кино. Вот диск нам дали, я посмотрела с мужем, мы посмотрели на компьютере, очень интересно. Я говорю, ведь кто-то же всю эту технику придумал. Я просто лежала на кушетке, да, а снимки такие, то есть полностью вот эти мои косточки, мышцы, все прям видно, так интересно. Ну, конечно, я там ничего не разбираюсь, ничего не понятно. Вот. Это уже врач расскажет. Так, к врачу надо теперь еще записаться. Я тут до 15-го был в отпуске, а потом я все время забываю, тут замотаюсь и забываю записаться к врачу. Там всех записываю, про себя забываю. Вот. Желаю вам всем всего самого доброго. Пусть у вас все будет хорошо. Не нервничайте заранее. Короче, учу всех этому, а сама переволновалась. В общем, надо решать проблемы по мере их поступления. И не додумывать. Наверное, надо объяснять себе. Вот сейчас видно будет, что и как, а там уже решишь, волноваться или нет. Вот, так что такие вот дела. Всем вам всего желаю самого-самого доброго. Для такой доски.